Всем привет! Небольшая подборка новостей со всех уголков нашей планеты. В ЮАР отметили годовщину победы над англичанами. В Канаде предложили тренировать астронавтов перед полетом на Луну на этом холме. В Пакистане холодным вечером люди решили поесть горячего супа. В Арабских Эмиратах за день распродали дома на 270 миллионов долларов в суперэкологичном городе, который еще даже не начали строить. На картинке планируемый вид города. На Шри-Ланке на дорогу вышел слон. А еще в Арабских Эмиратах запланировали напечатать на 3D-принтере мечеть. Выглядеть она будет примерно так. В Турции люди постояли на льду замерзшего озера. Президент Исландии отправился вместе с береговой охраной спасать корабль, у которого сломался двигатель в 50 морских милях от берега. В Уэльсе спасатели обсуждают мужчину, который, не дожидаясь их, сам прыгнул в воду и спас собачку. В Индии готовятся к параду. На Гваделупе сфотографировали участницу карнавала. В Кувейте небоскреб поднялся над облаками. В Аргентине встретились президенты Аргентины и Бразилии. Они вместе с женами посидели и поговорили. В Китае продолжают праздновать лунный Новый год. В Пакистане прошел обычный школьный день. В Словении выпало очень много снега. В Польше люди побродили по ледяному лабиринту. На Мальдивах продают по кусочкам 14 необитаемых островов. Цены начинаются от 200 тысяч долларов. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорой встречи!